Денчик, коробку под бургер дашь, пожалуйста? Я приехал с Краматорска, работал в Славянске, работал шеф-поваром в ресторане «Палермо», город Славянск, сам жил в Краматорске. Вот, когда началась, она началась давно, война, она началась с 2014 года, когда, так скажем, более сильно стало, мы были в Краматорске еще, потом 4 числа я семью свою, родители, мы отправил за границу. У меня в Одессе живет брат, он живет уже, наверное, лет 16-17 здесь. Он меня набрал, говорит: ты где? Я говорю: да я сейчас по Думане, там у товарища остановился. Он говорит: ну приезжай ко мне. Ну я и приехал, мы сейчас в Одессе. И в 14 году мы сюда бежали, семью вывозил в 14 году. Вот, и лето пробыли здесь, пока не освободили Краматорск. Не первый раз, так скажем, бежим с войны. Это благодаря одесситам. Здесь ребята, которые помогли мне, и помогают сейчас. Они не обратились, были разговоры, сидели, разговаривали. Он говорит: давай помогу. Давай. И он помог. Это дорогой бизнес вообще, ресторан. Бизнес — это дорогой бизнес. Люди видят только обложку. Они видят внутренние растраты, они видят количество людей работающих. Все видят столик, лампочку, блюдо, а то, что там заложено в нем, сколько людей работает, сколько там образно пожарив картошку, сколько человек в этом задействовано. Люди этого не видят. Из-за этого, наверное, это вот мапа. А там дальше видно, как жизнь покажет. Конечно, огурцы не бочковые, как любят одесситы, маринованные. Такой огурец. У нас бочковой, ест, но не так. Нету в большом обиходе бочковой огурец. А здесь бочковой огурец. Когда люди говорят: он маринованный? Да. Я не хочу обидеть Одесса. Это так, с утреннего будуна надо его съесть, вот такого тогда хорошо, а так это, как пример. А здесь вода другая, это факт. И я думаю, что вода играет основную роль. Сравнивая с нашей водой, здесь вода другая. Мы первое время брали только магазинную воду. Ребята тоже, мы не могли пить ее. Она была, другой вкус, абсолютно другой вкус. А продукты как продукты. Отсюда же тоже к нам везлись тоже. Сейчас, конечно, с Херсона не везутся, но к нам же тоже ехали. И арбузики, и помидорчики, и картошки, все везли. Море, конечно, у вас другое. Рачки – это семечки. У нас семечки плюхают, у вас рачки плюхают. Образно, я по брату смотрю. Постоянно. Свежие овощи. Добавляем свежий огурец. Сейчас пока лето. Он дает хруст такой. Да мы пытались оттолкнуться от того, чтобы это не было стандартно. Потому что мы соуса сами варим. Остались два основных соуса. Это чесночный соус, мы его варим. И томатный, это барбекю. Это сами варится. Это на мангале обпаливаем овощи. Потом с помидоров соку и доводим. Такой сверхсырный соус используем. Тоже сами варим. Наверное, соуса. Это у нас она, наверное, другая, потому что она другая. Потому что, наверное, не стандартная. Сделана в Украине, наверное, так сказать. Уличная еда – это свое направление, это свой интерес. Это даже больше, наверное, непосредственно контакт с гостем, чем где-то там в ресторане. Не без того выше, общение. Здесь это непосредственно контакт. Уже есть постоянные, нельзя назвать друзьями, хороший знакомый, к которому приходим, мы там трещим с ними. Я не знаю, как сказать, там ляси, тряси, там, это кофе попить, такое уже круг знакомых появился. Хотя мы там больше месяца работаем, это второй месяц. Есть ребята, действительно так общаемся, есть многие приходят, есть просто люди, которые ходят, подходят поговорить.
есть. Ну, такое. Одесситы любят поговорить? Да, чересчур. Опять же, ну у нас тоже любят поговорить, у нас, я просто не сильно люблю говорить, а есть у меня ребята, которые любят поговорить. Ну как, люди подходят, ну даже так, у нас там в пятницу семья приходит, каждую пятницу они просто общаются, они славяне, я папу знаю, как бы, ну, они приходят просто поговорить, как бы, садимся, потрещали с ними, там, они минут 30-40 посидели и потом расходятся, такое. Ну, люди подходят, ну, как и есть, общаются, есть, не общаются, ну, я же говорю, я не сильно общительный, вот. Смачного. Если тут все нормально, не вернусь, а может, я верну, не знаю, я не смотрю, как бы, не могу сказать. Ну, уже точно не буду ни жилье покупать, ничего не буду. Хочу. Это хватит. Сильно вперед не думаю. Не хочу. Ну, средний, 30-40 порций. Иногда бургеры можем одни делать. У нас, ну, действительно ходят люди на бургеры. У нас начали приезжать гости, которые ездят за бургерами. По запросу, мы бургер, ну, по своей специально, ну, по своему направлению направляли, как все. Ну, то, что делаем, то и отправили. Ну, очень приятно тогда ездили, они говорят, как в городе побывали. Такое, ну, кайфовое. Видео прислали, ну, приятно, честно, спасибо. Ну, спасибо, ну, так что, как бы, приятно. Они, ну, не знаю, но они говорят, получают удовольствие. Я им верю.